И в начале выпуска об авиационном ЧП на востоке Ненецкого округа сегодня совершил жесткую посадку грузовой вертолет Ми-26, принадлежащий авиакомпании «ЮТЭЙР». Инцидент произошел на вертолетной площадке «Пижма-1» в 12 километрах от поселка Харягинск. Именно там базировалось воздушное судно. По информации главного управления МЧС, винтокрылая машина выполняла подрядные работы по заказу одной из нефтяных компаний. Авария произошла при возвращении на вертолетную площадку. Сейчас в аэропорту Нарьян-Мара работает моя коллега Алина Ваучейская. Она следит за развитием событий. Ей слово. Здравствуйте, коллеги. Ну вот все, что известно к этому часу, это то, что грузовой вертолет Ми-26, принадлежащий авиакомпании ЮТЭЙР, жестко приземлился в районе посадочной вертолетной площадки Пижма-1. Это в 12 километрах от нефтяного промысла Харьяга. Известно, что на борту было 6 человек, один из них погиб, еще 5 на автомобиле с места крушения доставили к нефтяному поселку Харьяга, и уже оттуда вертолетом Нарьян-Марского авиаотряда их доставили в Ненецкую окружную больницу. Сейчас с пострадавшими работают медики. Коллеги. И вот как инцидент прокомментировал заместитель генерального директора Нарьян-Марского авиаотряда Яков Меньшаков. Давайте послушаем. Хочу сказать, что сегодня в 15, ориентировочно в 15.40, 15.50 поступила нам информация в ПДС о том, что при заходе на посадку, на посадочную площадку Пижма, это в районе Харьяги, это Ненецкий автономный округ, километров 12 в сторону Нарьян-Мара, совершил жесткую посадку вертолет Ми-26, принадлежность ЮТЭЙР вертолетной услуги. И вот только что мы получили кадры из Ненецкой окружной больницы. На них мы видим, как на 5 каретах скорой помощи пострадавших доставили в главное лечебное учреждение региона. По предварительным данным, у 2 членов экипажа подозрение на перелом позвоночника. Мы продолжаем следить за развитием событий. Все подробности в наших следующих выпусках.